Привет, в этом ролике я расскажу, как установить субтитры, что такое субтитры, зачем они нужны и как с помощью субтитров поднять просмотры. Для начала разберемся, чем субтитры приносят выгоду автору. Ну, во-первых, это больше приток зрителей из-за того, что зрители чаще натыкаются на видео с субтитрами. Как это работает? А сейчас мы разберемся. Субтитры – это по сути текст, как описание и название ролика. То есть, если автор рассказывает определенную тему видео, то человек по обрывкам его фраз может найти именно его видео. К примеру, автор рассказывает в своем видео про игры, и там упомянул слово Steam, но не в названии, не в описании не было слова Steam. Но благодаря субтитрам человек может наткнуться именно на ваше видео. И иногда он может перейти именно на ваше видео, но это уже зависит от автора. Сделает ли он хорошее превью, которое может привлечь зрителей, и будет ли у него хороший контент для того, чтобы оставить зрителей у себя на видео. Ну а как установить субтитры, я сейчас вам расскажу. Для этого нужно перейти в творческую студию YouTube с компьютера и нажать «Контент», после чего выбрать видео, на которое вы хотите поставить субтитры, и нажимаем «Сведения». После этого переходим в субтитры, выбираем язык, который вам подходит, после чего нажимаем «Копируйте и изменить», после этого можете подправить текст или просто нажать «Опубликовать». И готово. На этом все, ролик закончен. Но я хочу попросить поставить лайк и написать комментарий, если это видео помогло тебе. Хотелось бы попросить посмотреть мой ролик, который вышел до этого, чтобы поднять актив. А на этом все, всем пока.